И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. У меня, Димас, необычные постройки. Ну давай что-нибудь такое необычное. То, что мы ни разу не смотрели, такое что-то? Да-да-да, что-то давай. Вообще... Блин, а что не ставится? Я что-то жду чудо. Не, ставит. Ого, это что-то необычное. Ну как, мы ставили ракеты большие, но это очень большая ракета. Да, сейчас я только у меня все зависло, подожди, сейчас. Димон разглючит, я уверен, на 1%. Или на 2%, я не знаю. Написано Юса. Вот, Димон, я не знаю, если ты ее уронишь, не будут лагать, давай проверим. Если что, я ее сразу поймаю. Блин, я не успел эту штуковину выбрать. Только не рабочий стол, пожалуйста, я тебя прошу, скрап-механик, я знаю, ты сможешь. Нет, пожалуйста. Только не рабочий стол. Нет, Димон, не рабочий стол. Не рабочий. Класс, не лагает ничего. Подожди, а мне еще не упала она. Ждем, пока упадет и Димона. Ждем, да. Все, упал, прикольно. Как забраться наверх? Сейчас мы заберемся, подожди, сейчас все будет. Все, Димас, она у меня упала. Ребята, ставьте лайк, и ракета полетит. Офигеть. А как нам подняться на самый верх? Да не, наверное, не надо, тут кнопка по любасу. А, надо просто зайти. Тут туалет есть, Димон. О, заходи в туалет, короче. О, я внутри. О, я тоже. Тут можно, кстати, нажать кнопку, смотри. Чпоньк. Так, Димон, как смотри, какой небоскреб внутри, посмотри наверх. А, да тут по парашу можно наверх забраться. А как? Куда? А вон туалет, смотри, я раз. Чпоньк. Вот. Ого, я где? Оп. Оп. Подожди, надо от первого лица, да, мне играть, чтобы... О, Димас, я еще выше поднялся, я теперь вообще на самом верху. Так, оп, оп. Димас, я вообще, все, я уже в движках, короче, нахожусь. Ого. Так, еще выше. Я здесь тоже, Димон, вот кнопка. Димас, поднимайся на самый-самый верх, короче. А мне кажется, вот здесь пульт управления. Не-не-не, в самом верху пульт управления. Еще выше, хорошо. Да, там еще выше можно подняться. Димончик, лечу к тебе по парашу. Давай-давай-давай. Ракета, она же когда влезает, она цепляет потом от себя вот эти все штуки. Понял, понял. Я со стороны посмотрю. Так. Блин, я не вижу, как забраться выше. А, вот. Что там, пацаны, вы что-то ставите, что ли? Нет, ничего никто не ставит. А Димон, я уже выше. А где тут движки, я вижу, а где ты? А, вот, я вижу, еще вот туалета. Нифига себе, она высокая. Димас, как нам вообще спустить ее? Блин, я не знаю, может все-таки вот там был пульт управления? Я не знаю. Так, я, Димон, уже выше. Давай, Димас, посмотрим в окошечко, что у нас тут на улице. О, я уже возле тебя. Блин, мне кажется, сильно высоко забрались. Ой-ой-ой-ой-ой, где? Я тебя, Димон, немножко подскину. Да, есть такое у меня. Короче, я спрыгиваю вниз, Дима, там где вот то кнопки были. Да, я посмотрю, как бы там. Так, есть, и вот, я вижу уже. Давай. Нажимаю кнопку. Чё, мы взлетаем? Наверное, вот это управлять. О, нет. Там. Вот это. Во, я отдаляю камеру, нажимаю, Димон, тебя ждать или нажимать? Все, погнали, Димас. Не погнали. Я отдалю камеру, она только далеко не отдаляется. Димон, что-то не летит эта ракета, наверное, слева которая. А надо отсоединить мост. Димас, давай, нажимай на все, что умеешь. Ребят, вы летите на... О, отсоединилось. Ой. А как он? А, вот оно поднимается, вот. Все, давай, взлетай. Погодите, стойте. О, летим, Димон! О-хо-хо-хо! Отлично. Что-то она подсогнула. А что на, Димон? А что с ней? Все, ракета, что-то... А, она должна отсоединиться, типа. Отсоединяйся. Что-то заклинило. Это у нас тут не то происходит, я так понял. А, вот, подожди, это отсоединители. Во, летим. О, Димас. Вы летите, куда вы летите? Димас, да что-то какое-то говно получается. Димас, ты отсоединил. Ты отсоединил корпус. Да что она там, вот эти желтые кабаки держат нас? Димас, отсоединил. Ну нафиг. Да я посмотрю со стороны. Сейчас... О, не на рабочий стол. Сейчас Димон залагает сильно Гаррис Мод. Ой, скрап-механик. Чего? Ну нафиг, полю... Ой, ее кто-то на... Вот это вы молодцы. Не, Димон, давай ее взорвем. Да, у меня зависло, подожди. Да, все, давайте ее взорвем. Я ее взрываю одной маленькой бомбочкой.
Подожди, а я-то, в этой штуке нахожусь. А, ничего не будет. Не подлагал. В смысле, ничего не будет? Бум, ого! Небоскреб такой остался, ровненько отпилило. О, да. Ого. Так, что-то вы там сделали, я так понял. Не, ничего хорошего. О, она теперь спустилась чуть-чуть ниже. Да, она ровно отпилилась. Здорово, пацаны. Ого. А что она не падает? Что за... Что за читерство? Она должна упасть. Сейчас, Димас, упадет. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Бу. Ого, стойка падает еще. Сейчас мы еще и стойку эту взорвем, ненужную никому. Вот бомба. А, можно было по туалетам забраться снаружи, я видел. Вот это запчастей. Камнепад такой, а. Да, говнопад. Солнышко светит, птички поют, отлично. Давай следующую. Здоровенную постройку. Это человек скраб-механик, короче. Давай. Так, чувак, ты будешь ставиться? Вот он. А чё он такой маленький? Это, Димас, такой же ты выглядишь со стороны. Да нет, у меня голова ровно. А он ещё что-то говорит. На ему! Разлетелась голова. А, он музыку делает? Что-то понажимал. Все, Димон, вот так вот. Вы его что, взорвали? Да-да, он кстати, песни пел. Ладно, ладно. Он не выкрал. Даже не посмотрели толком. Вот, гоночная тачка. Формула-1. Ко мне. Так, формула-1. Отлично. О, нормально рвет. Нормальная формула? Пойдет. Давай, Димас, тебя ускорю, подожди. А это Кэтман за рулем, я сзади. А, да? Я, короче, хочу тебя ускорить чуть-чуть. Вообще чётенько. На Формуле-1 вообще не должно быть ничего лишнего, поэтому сейчас мы тебе поможем. Покажи вещи, Димон. Вот, видим тут ненужное дерьмецо. О, ну он будет тягаться на этой драндулетке, что ли? Давайте, кто быстрее, а? Давай, Димон, отчет делай. А так куда, стоп? Раз, два... Три. Три, погнали. Ну, инвалидка, едь. О-хо-хо-хо. Неплохо он дрифтует. Кэтмакс, дай я задрифтую, покажу, как я могу. Формула 1. Дима, смотри, как я только не. Смотри, как я сейчас буду красиво вокруг вас дрифтовать. Эй, ай, откинул меня. Ага. Смотри, Димон. Гонщик нереальный. Едет на всей скорости. Да? Блин, мне классно эта тачка нравится. Смотри, как я боком наваливаю. Мы наваливаем бас. Копы так не любят, правильно? Да? Димон, давай, я буду рядом проезжать. Взрывай! Беги, Димас, убегай просто. Ух ты, одни запчасти. Блин, так переходная седлуха с под жопы вылетела. Он колесо катится. Смотри, 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 колесико. А, эта машина тоже разлетелась мелкая? Да, разлетелась. Нифига себе радиус бомбы, какой-то нереально большой. Подарочек, ребята, подарок. Подарок на Новый год. С наступающим Новым годом вас. С наступающим бананом. Что за кнопки? О, это какие-то эти... Механизмы. Подожди, 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 сейчас что-то будет. Димон, заходим. О, машина крутая. Машина бананчик. О-о-о. Нормально. Она летать умеет, как думаешь? Я не знаю, Димон. Я не знаю. Давай удали кубики сбоку, чтобы можно было ее освободить. Ай, 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 завис, заглокал. Все, Димас, поехал. Поехал, поехал, Димас. Так я не за рулем. Я так, за рулем, быстро, я кто за рулем, поехал. А, это банан, да, как его освободить тогда? Да вот так вот сейчас поедет он. А, его переставить можно, потому что ты удалил его. Чё за говно, нереальный банан? Ого! Пошел, пошел, пошел. Нифига себе, Формула-1, Формула-банан. Чё он дергается? Нормально, сейчас я подготовил пельмешку какую большую. Смотрите, какая пельмеха. Ого! Ничего себе. Димон, а ну, чувак, хорошо. Вылазь, дай профессионал покажет, как ездить. Смотри, Димон, я учить. А ну, чао, седлушка. А где седлушка? Чё у нас сбоку у него? Да это не та... Давай. Чё за говно, где седлуха? А, вон. Димон, покажи силу банана. Бэт. Резко не поворачивай, упадает на бок. Ну такое себе, вообще ни о чем. Ну, давай.
Ну, Дима, оно как-то слабо едет. Вот мне нравится, как он прыгает. О, так веселее смотрится как-то оно. Опа, и по, как на коняке. Ого, это какой-то... Дима, это какой-то специальный трюк, что ли, ты учил? Ну да. Ну нифига себе ты мочишь. Ничего себе. Во-во-во-во-во. Нормально. Норм. Все. Это что, Димон, набаловался? Это что за карапуз приехал, Димас? Ну-ка, смотри-ка. О, маленький, это танчик. Мини-танчик? Игрушечный, детский. Да я покатаюсь на нем, чувак. Там, походу, один человек по-любому помещается только, и все. Смотри, Димон, как я буду сейчас ездить. А, это поворачивать в одну Димас, сторону, а это во вторую. Прицепить. Смотри, стой, Димас, стой. Ого, я могу, короче, его опускать. Димас, стоишь на месте? Да, стою. Стой. Не, Дима, только не взрывай, да я проедусь? Поехал. Дима, не тянет, тянет. Только не взрывай. Не, Дима, ну удали, я хочу на нем просто так покататься. Давай. Смотри, что он может, Дима, это бешеный танк. Вот, еще один танк поставили. Ой, это посерьезнее будет, кабан. Ого, ну нафиг. Картошкин сын. Все. Что такое? Бум большой случился, я понял. Нормальненько пойдет. Ну и какую, Димас, бомбу я нашел? О, это что-то эпичное. Это что-то новогоднее? Это очень мощная бомба. Ну такое. Подожди, она стреляла. О, желтую я ни разу не видел. Да, она даже как... Смотри, как она прикольно дрыгается. Ой-ой-ой, большая бомба попалась. Димас, смотри. Чё, сейчас покажу тебе. Давай. Разберёт необычные постройки. Айфон? Нифига себе! Настоящий? Айфон 10. Да, Димас, настоящий. Пользуйтесь. Вообще бомба, Димон. Кто поставит лайк, у такого же будет. У того такой же будет конченый, да? Неплохо, Димончик, неплохо. Нормально, айфончик хороший. Ну, мне нравится, если что. Мне тоже не нравится он, поэтому я его разберу. Не, мне нравится. А, не нравится. Да, мне не нравится, фу. Андроид лучше? О, да. Экскаватор маленький, всегда такой в детстве мечтал себе. Так. Где тут сенсор есть, скорее всего, не упасть, чтобы Димас, наверное. У тебя все, вообще, Димон, я поехал. Экскаватор крутой. Короче, все, езди ты на нем. А чё такое? Да он медленный очень. Одна сторона шлифует, а одна нет. О, а чё он развалился чуть-чуть? А это я убрал кран. Понял, это лишнее. Я думаю, что он медленно ездит. Ага, так я так и специально и убрал. У него тут столько привязано всего. Можно даже было впереди вот этот ковш поднимать, опускать. Короче, мы сейчас так уберем, и он начнет быстрее ехать. Ого! Правильно? Быстрее едет? Да, ездит быстро. А взрывается еще быстрее. Ты хочешь посмотреть, давай. Что там под землей? Ну да, хочу посмотреть, что там под землей. Давайте, опускайте меня. Где кнопка? Димас, ты можешь рядом сесть, садитесь все четвером. Мы тут сейчас четвером поместимся. Давай, Димас, стой, сажусь, все, сел. От все, первого лица играю. Пацаны, что под картой Scrap Mechanic? Класс. Это мощно, ну давай назад. Димас, чувака видим слева, смотри, чувак там слева был еще. А, мы его видим, точно. А мы можем слезть? Опа, я лечу. Я лечу. Вы играете неправильно, прекратите. А, мне откинуло. Ребята, я такой баг. Ого, что он вылетел? Такой баг ни разу не видел. И это круто. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.